Здравствуйте, меня зовут Елена. Я участница марафона стройности с Ириной Воскресенской с августа 2023 года. За это время я скинула 40 кг лишнего веса, чему очень рада и чувствую себя замечательно. Хочу выразить большую благодарность и сказать большое спасибо Ирине за ее супермарафоны, за ее труд, за ее мотивации, за ее поддержку, за море полезной информации, за меню, которое вкусное, простое и самых доступных продуктов. Наши марафоны длятся 28 дней. Меню Ирина дает на 14 дней. Когда мы проходим эти 14, мы можем повторить меню эти 14 дней заново или выбрать то, что нам больше нравится, или те дни, на которых у нас от веса были больше. Все по желанию. Питаемся мы тоже по желанию. В меню у Ирины прописано 4-4-разовое питание. Например, мне комфортнее питаться 2 раза в день. Завтрак и обеда ужин. Мы его так называем. Меню у Ирины очень комфортное. Очень много вкусной выпечки, сладушечек. Так что тот, кто сладкоежка, будет очень доволен. И что самое главное, ну, по крайней мере для меня это точно, это то, что не надо считать никакие килокалории, высчитывать. Ни килокалории, ни КПЖУ. Для меня это вот самое главное. Мне дали меню, сказали, как приготовить, сказали, из чего приготовить. И все. Ты приготовил, съел и похудел. Также на марафонах есть 2 чата. Чат информационный, где пишет только Ирина. И те, кто девочки очень хотят хоть добиться какого-то результата, должны внимательно читать и слушать ее в этом чате. И делать то, что она там просто рассказывает. Это важно. И чат общения. Мои девчонки, я их просто обожаю. Без них скучаю. Бывают такие моменты, что не получается зайти в чат. Уже как будто, ну, чего-то не хватает. Семья. Наша маленькая секта. Но это семья. Девочек я очень обожаю и люблю. Так что те, кто еще думает, не раздумывайте, приходите, хотя бы просто попробовать, так как это сделали мы. Мы пришли попробовать и остались. И пока, ну, я не планирую отсюда уходить, просто из-за общения с девочками. Мне это нравится. Так что ждем вас на наших марафонах. А еще Ирина дарит подарки, и это здорово, потому что это мотивирует еще больше заниматься собой и своим здоровьем. Хочу еще раз благодарить Ирину за ее труд, за ее суперские марафоны, за то, что она делает, за то, что вселяет в нас веру, за то, что делает нас стройными и здоровыми. Спасибо, Ирочка.